старт осуществляется здесь. Прямая. Джокер. Джокер сделан хорошим обзором на основную дорожку. Джокер всегда пропускает машину с основной дорожки в случае пересечения траектории. И дальше пошла основная трасса. Первый поворот. Очень хитрожопый такой. Можно вылететь в снег. Ну, а дальше прямая. Тут небольшая ловушка. А теперь самое, на мой взгляд, интересное. Заход на ипподром. Небольшая связка. Прямая. Опять поворот. Поворот тут скоростной, то есть можно вылететь, потерять некоторые детали с кузова. И резкий поворот. А дальше очень аккуратно, потому что идет развилка. На основную дорожку прямо. И направо выходим на Джокер. Тут ломать гранаты не приходится. Джокеры достаточно плавные. Всегда смотрим, нет ли тут машины. Особенно это касается тренировок. Кстати, работает изумительно. Не знаю, что там на форумах пишут. Для Себастьяна Мужье. Так, аккуратно, то я уже потерял один брызговик. Опа, вот здесь вот опасно. Так, ну теперь выходим на основную дорожку. И тут сразу старт-финиш. Опа. Здесь оттормаживаемся, тут очень такой прям коварный